Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить Мастер-лигу в игре PS 2013. И сразу вам признаюсь, я уже давно не играл в футбол, уже многое подзабыл. И давайте вместе с вами я буду вспоминать, какие у нас тут дела с нашим с вами любимым клубом. Факел. Так, сведения о турнире. Первым делом посмотрим, что у нас творится в РФПЛ. Факел идет на первом месте. У нас 18 очков, 6 побед, 0 ничейных результатов, 0 поражений. Рейтинг голов. На третьем месте наши два игрока. Так, по голевым передачам Турик. Понятно. Так, сразу посмотрим сведения о Кубке России. Турнирная таблица. Нам предстоит игра с Торпедо. Угу. Рейтинг голов. Тут как-то печально рейтинг голов. Ну да ладно, это все исправимо. Я думаю, мы займем первое место. Так, и Лига чемпионов, конечно же. Таблица. Мы находимся в группе H. У нас 6 очков, на втором месте идет Батэ, у них тоже 6 очков. Астана и Мальмё, у них по 0 очков. Так, рейтинг голов. Печально. Ну да ладно. Сейчас у нас матч в РФПЛ против футбольного клуба ЦСКА. ЦСКА, по-моему, идет на третьем месте. Погнали. I'm John Champion and today's co-commentator is Jim Beckley. Hello, John. I'm really looking forward to this one. Let's hope that Liverpool. Ну, будем надеяться, что я не проиграю. Все-таки отвык я от футбола, нужно вспоминать. Наша цель, напомню, это занять первое место в рейтинге клубов. То есть в мировом рейтинге. На данный момент, насколько я помню, Факел сейчас идет на 8-м месте. То есть если мы выиграем с вами Лигу чемпионов, во второй раз, кстати, потому что мы уже один раз выигрывали, то, скорее всего, 100% мы займем первое место, и тогда мы прекратим с вами снимать PS. Потому что, ну ладно, на самом деле, людей смотрят PS, но я его допройду. Все-таки надо выполнить последнюю цель, довести Факел до мировой, скажем так, победы. Да и так, на самом деле, уже Факел поднял с колен. Нас уже боятся, мне кажется. А вот это опасно может быть. Нужно сконцентрироваться на игре. Широко впадло. Подача! Отличный мяч у нас. Ах, не точно передача, но Виктор Ян перехватывает! И не проходит передача на Дмитрия. Мне главное не проиграть, хотя бы ничейный результат. Ну, конечно, будем пытаться добиться здесь победы. Ну, откройтесь же. Тиаго. Ах, как он... А, все-таки сфалил. Я хотел сказать, как он аккуратно так мяч забрал. Все-таки арбитр посчитал, что был фол. 33 метра до ворот. Виктор Ян мяча. Удар. Ой, какой удар вытаскивает вратарь. Помнит Митруки, помнит. Вы видите, какой шедевральный удар был. Осипенко. Удар. Бляха, муха, не точно, но хороший был удар. Не, ну Тиаго просто идеально был удар, но вратарь вытащил. Кстати, я смотрю, у ЦСКА уже не Акинфеев стоит, а какой-то кореец, похоже. Или китаец, я не знаю.
Опасно может быть. Это Файв, молодец, забирает мяч. И тут же потеря. Штрафной, ЦСКА на... Забрать мяч. Не паниковать. Отдай ты мяч уже кому-нибудь. Виктриан. Потеря. Передача вперед. Тошичу мяча. Подача. Виктор, молодец, забирает. Борется ЦСКА. Еще как борется. Но мы парочку моментов уже показали. Но нужно забивать. Моменты моментами, а вот нужно реализовывать. Виктриан. Хотел пробить, но там не дают пробить, конечно же. Так, все закрыты, блин. Тиаго. Неплохая передача. Удар. Есть. 1-0. Нет никакого офсайда. Раскатали прям все замечательно. Так, отлично. 1-0. Нужно еще забивать. Эх, выбили мяч, но достается все равно ЦСКА. Осипенков во второй раз пытается забрать мяч, но опять же достается игрокам ЦСКА, и тут же они утеряют. Виктриан. Тиаго. И Турбе. Офсайд, конечно. Куда же ты встал, блин, а? Виктриан. Так, догоняют его. Приходится оставаться с мячом. Аут. Мяч наш. Виктриан. Удар. Ай-яй-яй-яй-яй. Такой рикошет был неприятный. Для игроков ЦСКА, конечно же. Вратарь как-то непонятно повел себя. Он теоретически, ну, вроде как мог поймать мяч, потому что он прям рядом с ним был. Я понимаю, что траектория мяча изменилась, но как-то странно, посмотрите на вратаря. Кто? Ну ладно, типа, закатывайте мяч, хрен с ним. Тупанул вратарь. 2-0. Ну, контратака. Не-не-не, ничего у вас не получится. Тиаго. И Турбе. Отличная передача на Виктриана. Самому попробовать пробить. Не получится сразу. Тут они уже вернулись все в оборону. Еще и потеря. Неточная передача. Опасно может быть. Забираем мяч. И Турбе. Потеря. Тут же на подхвате мы забираем мяч. Виктриан. Кто-нибудь откройтесь. Кореец. А, куда же так далеко мяч отпускаешь? Блин, все закрыты. Виктриан. Удар. Внезапный такой удар, но больно слабый. Был бы посильнее, был бы результат тогда. Кстати, дополнительное время-то не добавил арбитр. Тиаго. Удар. Как так ты не попал, Тиаго? Тебе никто не мешал, никого рядом не было. Можно забивать было третий мяч и со спокойной душой уходить в раздевалку с таким, я считаю, разгромным счетом. Ну, 2-0 тоже хорошо.
Итак, второй тайм. Посмотрим, изменится ли игра. Возможно, ЦСКА добавит немножечко в атаке. Или же также будут отсиживаться в обороне и действовать из контратак. Ой-ой, вот это пас может быть прихватываемый вовремя этот мяч. Тиаго. Итурбе. Виктриньян. А вот тут можно самому попробовать пройти и пробить. А разве там ничего не было, считает арбитр? Как бы... Ну ладно. Сочтем на то, что наш игрок сам упал. Хотя, мне казалось, там должен быть пенальти. Заброс вперед. Какой-то неудачный заброс. Матч. Всех пролетает и уходит за пределы поля. Тиаго. Ах, неточная передача. Викториан. Ой-ой-ой, столкнулись. Тем самым потеря. Рыц пытается догнать, не хватает ему немножко скорости. Опасно. Прострел такой очень опасный был. Тиаго. И Турбе. Вроде как играем у себя дома, но я чаще слышу болельщиков ЦСКА, чем болельщиков Факела. Удар! И аут. Ой, прошу прощения, угловой удар. Подача. Добивание тут забирает у нас мяч. Осипенко. И Турбе. Удар на позицию бы. Мустафаев. Викториан. Тиаго. Удар! Какой просто! Вот она эта ударная позиция! Вот он этот гол! Сколько не играл, наверное, больше месяца, а все идеально получается, как и раньше. Идеальный удар Тиаго был, просто изюминка. Отлично, 3-0. Напомню тем людям, которые не знают, на каком уровне сложности я играю. Это так, я не выделываюсь, это просто я вот хочу вам сказать то, что я играю на самом сложном уровне сложности. Это звезда футбола. Опасно может быть! Аккуратнее надо быть. И Турбе. Передача не получается. Затянул с передачей Турбе. Опасно может быть. Мустафаев должен забирать мяч. Нет, не получается. Осипенко. Подача. Рейц, молодец. Выбивает. И Турбе. Где-нибудь поддержка будет. Вот она. Надо сбегать вперед. И Турбе. Викториан. Удар! Отбивает и угловой удар. Подача. И еще одна подача будет. Наш мяч. Осипенко. Удар! Блокирует. Давай, постараться нужно... К сожалению, аут, и мяч явно не наш. Так, в принципе, можно замену сделать. Вместо Викториана выйдет
Турик, Чемберлен замість турби. Ну и можно ЭТО вывести за место Дмитрия. Тиаго. Так, все закрыты. И точно передача. Сейчас, похоже, мы пропустим. Что-то расслабились наши игроки, то ли устали. Непонятно. Осталось чуть-чуть до конца матча. Надо дотерпеть! Вот это опасно было. Очень опасно. Он легко мог сейчас забивать. Вот, видимо, чуть-чуть удачи не хватило. И точности. Малость. Турик. Тиаго. Чемберлен. Ух, блин, набросились на него. Угловой удар. Турик у мяча. Подача. Попробовать пробить. Удар. 4-0. Там, кстати, по-моему, от ноги игрока из ЦСКА мяч залетел. Давайте внимательно посмотрим, как это было. По-моему, явно от ноги. Удар. А, кстати, нет, по-моему... Нет, он не трогал. Даже сейчас еще раз посмотрим. Нет, он не успел. Он выставил ногу, но он ее не успел. Он пытался спасти. Не смог. 4-0. Кстати, сейчас у нас, по-моему, там матч в Лиге Чемпионов против Батэ. Думаю, там нелегкий будет матч. Да, Батэ, конечно, не топовый клуб, но я уже говорил, неважно, какого уровня клуб. Нужно ценить противника как равного. Нельзя недооценивать. Могут и слабые сильно ударить, как говорится. Подача. Осипенко. И все, можно выбивать, и там матч заканчивается, счет 4-0. Итак, можете посмотреть, как другие команды сыграли. Факел у нас по-прежнему идет на первом месте, 21. Замечательно. И действительно, сейчас у нас матч в Лиге Чемпионов. Играем мы дома против Батэ. Так, давайте переведем время. Итак, что у нас там по составу? Угу. Макс обязательно пускай выходит. Свежов. Также сюда тогда Тиаго поставим. Симонов заместо Мустафаева. Отсюда мы поставим тебя. Угу. Турбо. Так, ладно. Чемберлен, Турик. Тихий, Никола. Они будут у нас на замене. В принципе, вот этот состав меня устраивает.
Ну, команда, в принципе, готова к игре. Так что мы должны выиграть батэ. Но опять же, говорю, все бывает. Итак, понеслась. Батэ, кстати, еще ни разу не проигрывали в Лиге Чемпионов. У них так же, как и у нас, 6 очков. Поэтому мы обязаны обыграть их и доказать, кто батька в группе H. Факел должен лидировать, а не какой-то батэ там преследовать нас. Но, я думаю, игра будет не из легких. Так что нужно сразу настраиваться на тяжелую игру. Аут. Не проходит передачу. Виктриан. Далеко, далеко отпускает мяч. Это опасно может быть. Гляньте, вдвоих практически третьего прошел игрок батэ. Ну-ну-ну, не ошибаться, не ошибаться. Как-то рассеянно действует наша команда. Нужно собраться. Осипенко. И Турбе. Викториан, ну нужно забегать. Просто стоит на месте, блин. А тут можно попробовать пробить. Не, не дадут все-таки пробить. Свежов. Макс. А вот можно им пробить. Свежов. Удар. Ну, конечно, тут не получится. Удар сразу его блокирует. И контратака. Блин, какой, а? Мартин. Удар! Опасный удар. Вратарь отбивает. Хорошо, что на добивании игроков из батэ не оказалось. Тиаго. Викториан. Кореец. Нет, там... Все-таки есть офсайд, считает арбитр. Ну да. Какие кричалки у батэ. И Турбе. Тут можно попробовать самому пойти, но не получится. Конечно, тут сразу догоняют. Тиаго. Викториан. Удар. Конечно, вообще не точный удар. Так, ну быстро гол забить не получилось. Это плохо. Обычно, когда забиваешь быстрый гол, команда уже подавлена. Хотя бывает такое, и отыгрываются команды. Ну, Турбе надо приводить. Отлично, передача. Свежов. Удар. Гол. Наконец-то. Свежов прям уверенно пробил в девятку, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим повтор. Не, кстати, по-моему, все-таки не девяточка была. Сейчас вот так посмотрим с этого ракурса. Не, девятка так не пахнет. Оказалось. Отлично, открыли счет 1-0. Тем более мы и дома играем. Ну, конечно, обязаны побеждать. Симонов. Викториан. Хорошая передача на Турбо и попробовать. Ну, тут не получится пробить, приходится играть, конечно. Удар! И как? Просто ты не попал, Дмитрий, как? Такое расстояние до ворот было, и почему-то он не попал.
Непонятно, как так. Ну, скорее всего, игрок он помешал. Перед него стоял, но... Это глупо, на самом деле, если это действительно так. Тиаго. А, прям удачно так забрал мяч и сразу же потерял. Прогвайт забирает. Да что ж такое, а? Забирают и отдают тут же. Угловой удар. Подача. Ой, опасный удар. Мимо. Даже в створ ворот не попал. Симонов. Блин, все закрыто. Викториан. Ай, не проходит передача. Тиаго. Можно сыграть на Викториана, но поздно уже. Там возвращался защитник. Ой, как же отобрал. Ну, блин, нужно было забивать. Все идеально сделал Дмитрий. Забрал мяч, но не смог реализовать свой момент, скажем так. Момент был хороший. Никто ему не мешал, он мог забивать спокойно. Он взял, попал по вратарю. Ай, неточная передача. Викториан. Ох, не смог забрать. Не дать ему пробить удар. Подает там мяч по нашему игроку. Викториан. Нет, там офсайда, я не знаю, почему они руки поднимают. Свежов и Турбе. Ай-яй-яй, удар. Ну, там осталось только бить. Уже догоняли игроки. Ничего хорошего из этого момента не получилось. Отлично, у нас мяч Осипенко. Свежов. Ну, тут пробить, ну, никак не получится. Тиаго. Бате сели в оборону прям намертво. Вообще, Бате, я считаю, более такая оборонительная команда, чем либо атакующая там. Они любят обороняться. Это оборона действует и от контратак. И Макс в своем репертуаре, скажем так, свой классический гол забивает, он всегда вот такие мячи забивает сдалека и пушечным ударом. 2-0. Ну вот уже хорошо на перерыв уйти со счетом 2-0. Так, перерыв, посмотрим, изменится ли Бате во втором тайме. Будут ли они жестче атаковать. Но в первом тайме были атаки. Прям такие страшными их не назвать, конечно. Итак, 2-0. Посмотрим, что во втором тайме будет. Ошибается кореец. Ну и Бате тоже ошибается, смотрю. Взяли ему любезный мяч и отдали. Тут можно прям быстренько все разыграть. И Турбе. Свежов. Удар. Чуть-чуть точности не хватает. Рядом со штангой. Ух. Блокирует передачу. И ошибается Осипенко. В таких моментах ошибаться вообще нельзя. Аут зарабатывает Бате. Опасно может быть подача. Вратарь выносит кулаком просто мяч. Что-то суета пошла у нас в обороне. Чувствую, сейчас забьют. Отбираем все-таки. Викториан. Турбо, ты должен забегать. Это твой фланг. Стоит на месте, блин. Ай, далеко отпустил. Он все-таки удается. Да в смысле? Я не хотел фалить. Какого хрена?
Арбитр посчитал это фол. Я просто уже в падении пытался сделать передачу. Явно не хотел фолить. Ну ладно. Осипенько. Свежо. Ага, сейчас прям мяч он хотел забрать. Просто так не отдам. Трия. Ай-яй-яй-яй-яй. Не доходит передача. Отлично забирает Турбе. Свежов. Виктриан. Удар. 3-0. Замечательно прям разыграли все. Уже Батте не отыграется. Хотя все бывает в футболе. Даже вот сейчас вспомним тот самый матч с Спартаком, блин. Факел выигрывал 3-0, а матч закончился 3-3. Это, конечно, было что-то с чем-то. Бывает все, бывает. И Турбе. И Триан. Удар. 4-0. Не, все. Батэ осел, как говорится. Ничего сделать они не могут. Он просто вот сейчас раскатали. Ну что, попробуем пятый забить. Если, конечно, получится. Виктория. Ах, не проходит передача. Попробую побороться, прессинговать. О, прессинг есть. И Турбе. Все-таки выбивает мяч. Да что ж такое, Тиаго? Мог ведь забрать первый мяч. Кореец забирает все-таки. А вот передача не получается. Виктория. Ох, идеальная передача на Турбе. Нету офсайда. 5-0. Батэ, до свидания. Это у нас сегодня Макс и Викториан забили дубль уже. Неплохо. Можно даже замену сделать. Турик за место Викториана. Чемберлейн за место и Турбе. Ну и защитника выпустим за место Осипенко. Виктриан. Ай, куда же ты подпускаешь мяч? И Турбе. И Турбе сегодня, кстати, старается в этом матче, прям видно, но забить-то он вот не смог. Тиаго. Пробить попробовать. Удар! Он тут как слабоваты был удар и явно не точно. Чемберлейн. Ай, надо было назад на Чемберлейна отдавать. Ау. Все прям закрыты. Как же все идеально раскатали, но вот только не забили.
Обидно. Раскатали идеально все, конечно. Симонов. Турик. Чемберлейн, как же хорошо он корпус поставил. Забрал мяч, попробует самому забить. Удар! Забивает, 6-0. Просто разгромили Батэ. Отлично, перехватываем мяч, Чемберлен. Сразу давайте в контратаку. Попробуем еще забить. Ай, не доходит передача. Свежов. Чемберлен. Турик. Удар. Гол. Просто так катнул слабенько. Все технично сделал. 7-0. Бедный Батэ. Последний раз Факел с таким счетом выиграл, я даже не помню, в каком матче. 7-0, что ли. Болельщики Батэ еще поддерживают свою команду, несмотря на счет. Обычно, если такой разгром... Ух, ни хрена, нафиг, какая передача от корейца, блин. Обычно, когда такой разгромный счет... Болельщики уже начинают, как говорится, уходить с трибун. Смотреть тут уже, как говорится, нечего. Удар! 8-0! Просто подавленный Батэ. Что это происходит с Батэ? Я не понимаю. Они все, они... Они потеряны. Кстати, по-моему, в очко он забил. Между ног... А, нет, не между ног. Там просто игрок был спереди, мне показалось, что... Мяч прошел между ног. Все, заканчивается матч со счетом 8-0. Да, давненько такой счет я не видел. Мальмё обыграл Астану 1-0 в группе А. Ну, короче, я полистаю, вы посмотрите. О, Рубин Барселоне 1-0 проиграл. ПСЖ обыграли Макаби. Зенит проиграл Олимпику Марселю. Понятно. В общем, ладно, тогда закончим на этом серию. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока.